мы смогли помочь более. Пытаемся привить им правильные ценности. Вот. Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий боевых, потому что гражданское население должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, там, контрнаступательных и прочих мероприятий, связанных с военными действиями. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.